Привет всем! Сегодня мы поговорим о песнях БГ. Это второе видео из этого цикла. И поговорим о песне «Феечка». Эта песня имеет для меня особое значение, потому что в каком-то смысле она подтолкнула меня к пониманию философии даосизма. Что такое даосизм? Об этом я сделал отдельное видео, поэтому не буду повторяться. И мы как бы поговорим именно об этой песне «Феечка». Почему я считаю, что в этой песне содержится концепция даосизма? Это видно по тексту, эта концепция встречается почти в каждом куплете этой песни. Вот, например, «Ездит лимузин, снаружи бриллианты, внутри некуда сесть». Что такое лимузин? Лимузин – это очень дорогая машина, шикарная, люксусная, которую не каждый может себе позволить. То есть это некий предел мечтаний для людей, чтобы иметь лимузин, такую машину. То есть это вот есть очень ярко выраженный инь, если так выражаясь профессионально. Но тем не менее он имеет некие неудобства, потому что внутри некуда сесть. Там такая скотобаза, что некуда сесть. И как сказала на съезде Песняков «Коза Маня», тусоваться с вами не великая честь. То есть, допустим, кто-то решил купить себе лимузин, он мог копить на эту машину годами, наконец он его покупает, и эта машина особо не приносит той пользы хозяину, о которой он предполагал. То есть там возникают неудобства, и особо никто не в восторге от того, что эта машина есть. И каждый другой куплет, например, иногда проснулся в кресле президента и сам не знаешь, как туда попал. Тоже ясно выраженный даосизм. Вначале вроде бы классно, а потом о спину ломают аршин. И эта концепция даосизма, на мой взгляд, она существует, если не во всех, то в большинстве песен БГ. Сам БГ в своих интервью говорил, что не стоит пытаться найти смысл в песне, потому что заряд, который песня несет, он находится выше слов, он находится выше понимания. То есть песню нужно слушать душой, а не интеллектом. Но я, тем не менее, делаю уже второе видео по этой тематике, потому что я пытаюсь разгадать тайны искусства. Вообще мир искусства — это мир загадок, это прекрасный мир загадок, и в нем очень много непонятного, потому что очень часто нельзя сказать, почему то или иное произведение искусства нравится, или кажется красивым, или прекрасным, или воодушевляющим, вдохновляющим. Непонятно почему. Я вот пытаюсь найти такие элементы, которые делают красоту красотой. И вот что я заметил. Я заметил, что вот эта концепция даосизма, она встречается в очень многих случаях. Например, в песнях БГ, как я уже сказал, эта концепция есть почти везде. Вот посмотрите на такие словосочетания, как, например, «Радужный снег», песня «Из сияющей пустоты», по-моему, это песня. Ну, в общем, «Радужный снег». Нет, вру, песня «Терапевт». «Радужный снег». Почему это словосочетание такое звучащее, такое красивое? Потому что, с одной стороны, снег не может быть радужным. Он белый. Но если представить его как совокупность кристаллов воды, то можно предположить, что если посветить на него светом с определенного ракурса, то он начнет светиться всеми цветами радуги в результате преломления, дифракции или других оптических неких процессов. Другое словосочетание – «сияющая пустота». Тоже вроде бы, как может быть пустота сияющая, но тем не менее, если задуматься об этом, то можно найти какое-то объяснение, причем это объяснение будет красивым, оно будет таким звучащим, красочным. Это что касается текстов. Если мы послушаем музыку или посмотрим, попытаемся разобраться, как устроена музыка, то увидим, что в музыке тоже есть ряд звуков. Некоторые из этих звуков называются устойчивыми звуками. Другие звуки называются неустойчивыми звуками. И именно сочетание этих звуков порождает, оно пленяет слушателя.
в некоторой степени. То есть вот такой принцип комбинации противоположностей в одном, внутри одного произведения, оно создает такое как бы звучание или излучение красоты, гармонии и так далее, и так далее. Но, несмотря на то, что я заметил вот такой паттерн, он все же не отвечает на все вопросы, потому что если просто взять набор звуков, устойчивых и неустойчивых, и смешать их вместе, то из этого не выйдет красивая мелодия. То есть там есть некие другие принципы, которые помимо вот этих противоположностей, которые я описал, которые делают музыку красивой. Ну вот, в принципе, все, что я хотел сказать. Еще раз отмечу, что, на мой взгляд, БГ – это первый поэт России. Дай бог ему здоровья. Все, пока!